Отвиливание от подписания мирного договора представляет для армянского народа экзистенциальную угрозу. Об этом Ахар Ас сказал азербайджанский ученый-историк Кемран Рустамов. Я невольно вспоминаю высказывание Черчилля, который говорил: «Пока правда оденет штаны, ложь обежит полмира». По его словам, попытка вычленения азербайджанских территорий под флагом самоопределения может повлечь серьезные последствия, связанные с дальнейшим существованием армянской государственности. Тем более на фоне армянских притязаний на азербайджанские земли в обществе все больше генерируются вопросы пересмотра решения Национального совета Азербайджана от 29 мая 1918 года о передаче Ереванского уезда армянам для создания армянского государства. Еще более жестко предъявляют свои претензии 5 миллионов потомков азербайджанцев, которые в разные годы были изжиты из своих исторических мест западного Азербайджана и проживают сегодня в разных странах мира. В первую очередь ставится вопрос о возвращении Зангезурской области, которая волевым решением большевистской Москвы была передана Армении, отметил историк Кемран Рустамов. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.